Вот кто нам скажет несколько слов о сегодняшнем мероприятии. Анастасия Воронова. Здравствуйте, мы очень рады вас видеть на этом замечательном проекте «Художника кино». Сейчас мы пройдем в зал, и можно будет посмотреть, а потом я расскажу о нем подробнее. Отлично. Как-то так, дорогие видеослушатели. Идем смотреть кино. Ну вот, наконец-то мы уже достаточно долго готовили, думали, мечтали об этом проекте. Вот, и рады вас всех видеть, и рады, что вы нас поддержали. И надеемся, что, ну, что вы не зря сюда пришли и уделив нам внимание. Значит, художник и кино. Как бы у нас уже, наверное, года два, мы назвали проект. Я думаю, всю жизнь к этому шли. Да. Собственно, о чем проект? Почему художник и кино? Это такое простое название, да, казалось бы. Но оно как раз передает суть этого проекта. Вот, потому что мы бы хотели представить внимание творчество художника, снятое на кинопленку, на видеопленку, на цифру, всеми возможными средствами, чтобы творчество художника существовало еще и в виртуальном пространстве. Не только в реальном, на этой замечательной выставке можно посмотреть потрясающую работу, но еще и узнать об их авторах. Вот сказали документальное кино. Документальное кино – это где художник как объект, а здесь художник как субъект. То есть это не документальное кино. Сейчас вот эти два ролика будут. Я не знаю, как их назвать, но точно не документальное. Но мы уже говорили, не играл. Интересно, как это сделать выставку, но когда она будет, пока не знаю. Вот. А Анатолий Анненко я тоже знаю как художника, мы как товарищи к нему относимся. Он художник маслом работает. Я-то график больше поставил, акварелью работаю. Вот Анатолий Анненко делал выставку, уже накрасили. И я был на этой выставке, но сам как-то вот именно передачу, что ли, они не видел. Thank you.